Владивосток, 25 октября 2022 года. В сторону тысячи мелочей пробка. Подземный переход, сквер путешественников. Был открыт 24 сентября 2022 года. Здесь установлен памятник Арсеньеву. Там наверху сопка Орлиное гнездо. Оттуда открывается замечательный вид на город Владивосток. Местные жители приезжают на автомобилях, любуются закатом и бухтой Золотой Рог. Там где-то вдалеке, на той стороне, виден мост на Русский остров. Ну, а там солнышко.
дует ветерок, такой уже прохладный, осенний. Детишки бегают